Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Это, наверное, самое главное для нас. Мне кажется, что фильм получился. Спасибо всем. Спасибо. Пошли и сказали про стол. Актеры, ребят, Сережа, выходи. А, браво! Спасибо. Спасибо за такую реакцию. И да, это ротный. Очень хорошо исполнен. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Не знали, то, ну, мы так посчитали, что с окончанием войны. Мой, наверное, был 67-й год рождения, всего 22 года, это вроде бы много и мало. Когда мы играли, мы же не играли в Бэтменов там, или в кого-то еще, мы играли фашистов и русских. Очень было обидно, если не доставалось играть фашиста. Поэтому слово предоставляется человеку, который сыграл немецкого офицера. Я знал, что такая подстава будет. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Вы знаете, у меня оба деда воевали, и один под Сталинградом, один снимал блокаду Ленинграда, когда за последние там 4-5 лет как-то кинонемцы на меня накинулись. Спасибо режиссерам, спасибо продюсерам, которые доверяют мне. Единственное оправдание, которое я себе нахожу, это очень хочется создать в кино, раз уж доверяют немцам, это образ умного и очень опасного врага. Отцов и дедов не был забыт. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Спасибо еще раз. Это большая честь, что сегодня практически весь город, как оказывается, он такой, не такой большой. И... Может, оператором, да? Евгений Гордунский, один из них. Да, давайте беречь память. И в то время... Стирает память, искажает историю. Не знаю, у меня воевал дед. А мне мама много про это рассказывала. Рассказывал дед. Давайте беречь память. Просто и помогать людям, которые... Деду. Их так мало осталось. Я хочу вам сказать, что ничего не поменялось. Русские мужчины – воины. Как тогда, так и сейчас. Я считаю, что давайте похлопаем мужской мужественности и то, что мы умеем воевать и побеждать. Если чуть-чуть отойти от волнения, которое внутри, и прикрыть это. Очень бы хотелось, чтобы в нашем городе кинопроизводство не прекратило быть такой единичной. Чтобы мы обменяли своих коллег, они могли приходить к нам, и мы приложили бы все усилия, чтобы в этом городе кино не умирало. Спасибо огромное, что были с нами. Привет!